2013 года не могу дойти до сегодня. Я пришла и получила, конечно, полную информацию, что мне нужно теперь сделать. Пришла я с такой проблемой. Я получила грамоту губернатора, вот, и знаю, что она дает льготы. Поэтому вот пришла для того, чтобы ее побыстрее оформить. Когда вот прочитала объявление, что у нас в Ивангороде теперь вот сегодня именно прием идет соцзащиты, и считаю, что это просто очень нужная, необходимая такая услуга для вот такого, скажем, удобной жизни людей, тем более вот Ивангорода, потому что сейчас многое все-таки находится в Кингисеппе, не всегда есть возможность туда поехать, а вот такие выездные мероприятия, они очень-очень важны.